В Венспилском доме ремесел представлена выставка «Наследие Латгалии». Экспозиция состоит из работ латгальских ремесленников, которых представляет Латгальский центр искусства и ремесленничества. В Латвии мы были первые, затем открылся Лудзинский ремесленный центр, а потом Венспилский дом ремесел. Работники вашего дома ремесел приезжали к нам обмениваться опытом. Теперь мы очень дружим. Мы отозвались на их приглашение привезти сюда выставку из Латгалии. Латгалия славится гончарным искусством. В этом регионе сложились самые богатые традиции этого ремесла. Конечно, известна латгальская керамика, про нее даже не надо рассказывать. Все знают латгальские красочные горшки, черную керамику. Конечно, здесь представлены далеко не все ремесленники Латгалии. Но представлено очень много. У латгальской керамики свой неповторимый облик, благодаря которому ее легко можно узнать. Волнообразный край сосудов, рельефные фигурные украшения, широкие волнообразные полоски, прикрепляемые к изделию одна под другой, создают удивительный наряд из оборок и юбочек. Сейчас для украшения изделия используют технику гравировки. Тонкий растительный или геометрический орнамент наносят с помощью зубчатого колесика, иголки или гвоздика. На выставке представлены и другие работы латгальских мастеров. Покрывало, варежки, лапти, народная одежда. Все эти изделия отличаются от курзамских. В каждой волости свои цвета, свои орнаменты. Не могу сказать более конкретно, но даже народная одежда каждого края отличается. В доме ремесел можно посмотреть работы ливанских, лудзинских, резекнинских и других мастеров Латгалии. Татьяна Саксаганская, Инджодзинш, Курзамское телевидение.